Всем привет! Сегодня покажу комнату на втором этаже. Самый простой вариант. Крыша двухскатная, сколько места в ней и насколько это удобно. Всем привет еще раз. Такая комната получилась. По полу 5 на 5,5. Высота 2,90. Чтобы комнату не заузить, подпорные стенки ставить не стал. Угол наклона крыши здесь 43 градуса. При таком наклоне крыши она стоит жестко, и подпорные стенки здесь не нужны. Если их ставить, то комната была бы намного меньше. До края комнаты можно достать, только слегка наклониться. Комната сына. Здесь все есть самое необходимое. Стол, где он учит уроки. Стол стоит придвинут практически к углу. И когда ты сидишь, потолок не мешает. Здесь стоит полноценный диван, где он спит. При необходимости он раскладывается. У дивана задняя спинка высота 70 сантиметров, а до края комнаты он всего лишь не достает 30 сантиметров. А если бы здесь были подпорные стены, как в мансардных крышах, то бы этот диван стоял посередине комнаты и было бы неудобно. И было бы мало места. Потолок горизонтальный в такой комнате отсутствует. Стяжки, которые установлены на крыше, я их оставил видимыми, и они придают этой комнате необычный дизайн. В такой комнате получилось два треугольных окна, достаточно больших, света здесь много. А на балке повесил 5 простых светильников, которые сделал сам. Есть видео на канале, можно посмотреть. Каждый из нас, когда мы были маленькие, мы строили на улице домики, шалаши, делали в них уют. И эта комната получилась что-то вроде мечты из детства, но только уже для сына. В этой комнате есть шкаф, который врезал под угол крыши. Ну вот, в принципе, и все. Я вам показал, какая может получиться комната из двухскатной крыши. Удобно ли в ней находиться, решать вам. Пишите комментарии. А так, у нас есть еще 3 комнаты. У них стиль немножечко другой. Кому интересно, подписывайтесь. И дальше я покажу, что у нас получилось. Ну а пока всем пока. На моем канале вы увидите самые простые идеи, что бывают. Я их показываю. И на моем канале их много. Всех до новых встреч. Переходи на канал и смотри, что можно сделать из простого деревенского дома своими руками.